чему? Не розовая проза. Унылый взгляд и скорбный вид. Мне сообщила тетя Роза, что скоро победим ковид. Она поведала мне веско, когда я заглянул с утра, что ей прислала смс-ку из Израиловки сестра. Мол, миру долго не фартило из-за того, что, что скрывать, мол, воз собака запретила ковидных умерших вскрывать. Но итальянцы не сломались и, шиш сложив, сказали: нет, не сгорбились, не побоялись и вскрыли. И готов ответ. Ответ на чашке Петри вырос. Поймет, кто петрит. Всех нас в сгроб не SARS вгоняет, нет, не вирус. Нас бьет бактерия, микроб. Он разъедает киль и клотик, обломки выбросив на мол, и нужен всем антибиотик, а также парацетамол. О, образ тети Розы в раме, в груди пожар, в мозгу мороз, конец без беды не за горами. Держись, злокозненная воз, бегу за водкой, сжав копейки. Я в жизни дома, не в гостях, пока есть креатив на фейки, все эпидемии пустяк. Всем пока.